Прислал анонимно. Я вам потом файлом целым отдам. Голосовое сообщение от 01.27.2018 23.33. Меня зовут Антонио Лебовски. Мне 52 года. И я... Звук того, как он сглатывает. Я израильский каратель. У меня было задание, и я не стал его выполнять. Из-за этого меня лишат жизни, иначе бы жизни лишились мои дети. А дети не должны отвечать за ошибки своих родителей. Прилетел я из другой страны, но это уже не важно. Опять звук, как он сглатывает. В этом штате я встретил много прекрасных людей, которые способны помогать друг другу. Не теряйте этого, люди. Ваш штат изменил меня. Я многое осознал в свои 52 года. Встретил свой последний любовный интерес. Ох, какая женщина. Думаю, ей стоит немного выделить время для себя. Я бы хотел, чтобы люди были добрее, даже злодеи, как я. Делают хорошие вещи. Или мне так кажется. Я хочу, чтобы эта запись попала к журналистам. Вы голос этого города. Тот, кто найдет эту запись, отправьте ее Терезе Даркроу. Глоток. Не знаю почему, но я доверяю этому человеку. Кушай больше, Терезочка. Напиши статью о человеческой доброте. Она нужна этому миру. Дети, я люблю вас. Потом на записи слышны выстрелы и связь оборвана. Я вам сейчас эту аудиозапись скину, короче.